Начинаем. Да. Допустили. Сборка пошла. Время идет. 10 изделий за 20 минут. Таким своеобразным квестом в Ульяновске открыли Центр компетенции развития промышленности в присутствии губернатора Ульяновской области. К запуску центра или фабрики процессов готовились последние полгода. Офис на базе бывшего бизнес-инкубатора нацелен помочь промышленным предприятиям создавать так называемое бережливое производство. Ежегодное повышение производительности труда – одна из ключевых целей одноименного нацпроекта. В рамках проекта поставлены две главные задачи. Обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. И прирост производительности труда к 2024 году более чем на 20%. В 2021 году первую волну оптимизации уже прошли два крупных предприятия Ульяновской области. Это Заволжский мясокомбинат и мебельная фабрика. За полтора года работы со специалистами Федерального центра компетенции диваны стали собирать за 60 секунд. Вдвое сократилось и время производства колбас. Все это время создавать бережливое производство прямо на месте помогали эксперты Федеральной фабрики процессов. Теперь своих тренеров выпускает местная фабрика. Фактически мы формируем команды на промышленном предприятии, которые изнутри меняют производственные процессы на предприятии, повышают производительность, повышают выработку, повышают, собственно, рентабельность производства. Обучение бережливому производству включает в себя и лекции, которые поставят на поток в здании фабрики процессов. Минимизировать существующие потери промышленной компании научат всех, от руководителей до рабочих. Для меня вот этот опыт на фабрике процессов достаточно много, потому что здесь можно вживую на маленьком участке, на маленькой площади понять, как с помощью инструментов бережливого производства можно улучшить производственный процесс и снизить тем самым себестоимость. Ульяновская фабрика процессов открылась в эпоху перемен, поэтому здесь уже переформатировали работу под новые реалии ухода многих зарубежных компаний с российского рынка промышленности. Мы сейчас переориентируем свою работу. Прежде всего, она будет направлена на импортозамещение. Здесь на базе Центра компетенции развития промышленности мы создаем центр субконтрактации совместно с торгово-промышленной палатой Ульяновской области. Этот проект направлен прежде всего на то, чтобы восстановить разорванные производственные цепочки предприятий Ульяновской области, заменить те комплектующие, которые поставлялись нам за пределами Российской Федерации, на элементы, производимые в Российской Федерации. Прежде всего, это коснется автомобильной промышленности. Рената Алюлова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.